О, Господи. Ну, вообще, давайте начнем с того, что фрукт – это вообще не биологическое понятие. Фрукты и овощи – это то, от чего меня бомбит. У меня, кстати, есть даже отдельное видео на этом канале, где я делюсь с вами своими переживаниями на этот счет. Фрукты и овощи – это то, что это понятие, которое используют люди в быту. То есть вы приходите там в магазин, и у вас там вывеска «фрукты», и там вы видите яблоки, бананы, персики и так далее, овощи, капуста, морковка и так далее. В биологии нет понятия «фрукты и овощи». Понятие «ягода» есть. Ягода – это вид плода. И под ягодой мы понимаем тонкую кожистую оболочку и большое количество семечек. Не похоже на авокадо, правда? Вот, поэтому у авокадо плод – это костянка. Переходи на канал и смотри полное видео.